ну, он, вернее, почему был, он и сейчас в интернете, у него ник Паша Техник. Вот. Поэтому и песня так называется, Паша Техник. В этой песне я поместил нас с ним в одну кабину. Вот, хотя мы значит, с ним вместе никогда не летали. Вот я сюда прилетал, он меня иногда встречал, бывает его. Вот. Но эта песня написана как будто бы либо мы с ним в одной кабине, либо от лица капитана, с которым он много летал. Ну, в рейсе. Все в порядке.